Кто ты без своего костюма? Самбист, дзюдоист, президент Союза ММА России. Федор Емельяненко посетил Владивосток и провел для местных спортсменов мастер-класс по смешанным боевым единоборствам. При том, что тренировка под руководством профессионала нигде особо не афишировалась, посмотреть на своего кумира и просто на интересного человека собралось порядка 200 зрителей. После обязательной разминки Федор решил не делиться секретами боя сразу. Сначала многократный чемпион заострил внимание на распространенных ошибках. Они, по мнению Емельяненко, кроются в концентрации бойца. Проводишь удар, прикрывай второй рукой лицо. Хочешь прочитать соперника, следи за его мимикой. И неважно при этом, какая у тебя база, главное просто включать мозги. Если есть желание и трудолюбие, то можно и без базы идти. Базу можно приобрести, базу можно наработать. Иногда спортсмены приходят с базой, но не могут изучить другой вид спорта, поломать свою технику и не могут приспособиться к нему. Федор во Владивостоке не впервые. Последние несколько лет он особо отмечает приморских бойцов и часто заявляет: местная школа одна из лучших в стране. Местные звезды, кстати, не остались в стороне. Они также пришли посмотреть на мастера в деле. Был такой момент, что я вот в возрасте 12-13 лет хотел завязать со спортом. Ну, я уже все, 2 недели такой не хожу, не занимаюсь. А потом раз по телевизору увидел документальный фильм про Федора Владимировича. И вот я вот сказал, я хочу так же добиться, как он. Потому что он начинал тоже, как бы, сам я из поселка, он, как сказать, такого небольшого городка. Начинал так все скромненько, и я решил тоже, я хочу прям серьезно отдаться в спорт. Быть спарринг-партнером в мастер-классе Емельяненко для одних страшное дело, для других только большая честь. Второй вариант был для Владимира. Он с радостью стал одним из тех, на ком Федор показывал все основы боя. Все-таки чувствуется мастерство, конечно. Человек опытный, не поспоришь здесь. Каждый элемент движения, все отточенное, неожиданно, как бы для себя, ну, очень хороший урок. Мастер-класс шел почти 2 часа, но его участники никак не хотели отпускать наставника. После завершающих слов Федора моментально окружили с просьбами об автографе или совместной фотографии. Тренировкой все определенно остались довольны. Не, ну классно, классно. Хорошо, доступно объясняет, просто всегда хотел увидеть жизнь. Но на самом деле думал, что он на телевизоре, ну, в телевизоре гораздо крупнее, да, тут оказалось такое, моей комплекции. Повторили мы классические приемы, как бы чему-то новому научились, кто-то вот что-то подобрал. Я доволен этим семинаром. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый раз, допустим, каждый год хотя бы проводились, в наш город приезжали. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Очень интересный город. Очень люди замечательные, конечно. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на 8.